Дальше в нашем маршруте небольшой городок Вишневец. На север от Сбаража, в сторону Кременца, в сторону города Ривне. Без малого 30 километров, так что доедем, наверное, быстро. Так, а это чего? Что-то здесь какая-то такая нездоровая туса. А-а-а! Это все машины со свеклой. Надо понимать, где-то здесь сахарный завод, и они просто ждут своей очереди на разгрузку. Ничего себе! О-о! Да их здесь десятки. Кто-то решил помыть машину тем временем. Быстро заканчивается старый вишневец, начинается просто вишневец. Так, где-то здесь нам надо найти этот дворец. Нашли. Так, это у нас ворота, памятник архитектуры и градостроения. Брама 18-го столетие. Ну, брама значит ворота. Так, заходим. О, касса. Понятно, шары не будет. Ага. А я так и думал, что в метро Вишневецкий по прозвищу Вайда все-таки как-то причастен к этому сооружению. Если я все правильно понимаю, то это их родовое имение. Входной билет всего 10 гривен, но фото-видео платное. Дворец построен в 17 веке на фундаменте замка 15 века. Да. Размах здесь, конечно, впечатляет. Памятник архитектуры и градостроения. Дворец 18-го столетия. О, здесь работал Тарас Шевченко. Дворец довольно большой. Внутри многие комнаты закрыты. Во многих местах ведутся восстановительные работы. Его ремонтируют, там много стройматериалов лежит, там строители ходят туда-сюда, что-то делают. Так что и здесь тоже деятельность по восстановлению дворца идет полным ходом. Так, еще один памятник архитектуры и градостроения. Парк 18-го столетия. Ну, парк, так сказать, слегка запущен. Видать, до парка еще дело не дошло. На эти ступеньки знали лучшие времена.
Или я чего-то не понимаю, или здесь происходит что-то такое, чего происходить не должно. Какая-то укатанная площадка, куча песка, щебня. Я так понимаю, это здесь ничего не реставрируют, здесь что-то строят на территории парка, который является памятником архитектуры и градостроительства. А как же так? Будем надеяться, что это я чего-то недопонял. Поинтересовался вон той тетеньки, что здесь происходит. Она объяснила, сказала, что здесь был стадион. Ну, он здесь был уже давно, старый стадион. Теперь его реконструируют полностью. То есть здесь будет новый стадион. Я не знаю, как это вписывается в памятник архитектуры и градостроительству, коим является этот парк. Но коль уж здесь стадион был и будет новый, то я думаю, как-то это впишется. По идее, отсюда должен открываться красивый пейзаж на пруд, реку, да и вообще на все окрестности. Но что-то за деревьями и окрестностей толком не видно. Так, кажется, нашлось место, с которого можно эту всю красоту созерцать. Вот какая-то церковь. Кстати, здесь склон настолько высокий, что дворец стоит буквально на уровне купола церкви. А вон на той стороне еще какая-то церковь есть. Красиво здесь, воздух такой хороший. Лесом пахнет. Вот откуда открывается красивейший пейзаж. Красота. Так, а вот и строители, которые что-то там строят. Ремонтируют. Ну, как видно, здесь дворец еще не в самом красивом состоянии, но процесс идет. У них там даже бетономешалка есть. Так, дворец Вышневецких мы посмотрели. По идее, дальше мы должны были бы ехать в Кременець. Но планы несколько изменились.